облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Зашел в водоем и унесло течением. Вот реальные истории, которые случались с детьми в Чувашии. И снова повторяются. Более 35% гибели детей происходит от так называемых внешних причин. Глубокие водоемы, проезжие части, открытые окна. Перечислить места, которые чаще всего становятся местами роковых случайностей, просто. Сложнее ответить на вопрос, почему дети идут туда, где опасно, и совершают смертельные ошибки. Впрочем, причины выясняют правоохранительные органы, и для каждого случая своя графа закона. Предусмотрена административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и образованию детей. Там ответственность начинает предупреждение, заканчивая штрафами по административному кодексу, а по уголовному кодексу вплоть до лишения свободы. Существует такое понятие, как случай, казус, когда никаким образом никто предугадать то, что произошло, никто никак этого не мог. Поэтому в данном случае необходимо все-таки, чтобы таких казусов, случаев было гораздо меньше, чтобы свести их к нулю. Пока этого не удалось, статистика ушла далеко за ноль. Буквально за месяц, с июня по июль, на водоемах республики погибло четверо детей. Трагедии произошли на Волге, в Новочебоксарске, в Красночитайском районе, Цивильском и Канашском. За 5 месяцев 2018 года погибло всего у нас 42 ребенка. Из них 15 детей погибли от внешних причин. Значит, дети в возрасте до года – это 6 человек, 6 детей. И старше года – 9 детей. От внешних опасностей можно уберечь, считают специалисты. Универсальная формула – это внимание родителей и воспитательная работа. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.